Здравствуйте, я Василий Уткин. Мы приветствуем вас в игре компании «Эйспорт ФИФА 2007» с моим старым боевым товарищем Василием Соловьевым. Василий Уткин и Василий Соловьев. И это не шутка. Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки еще не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Роналдиньо. Этот парень стоит целой команды. Роналдиньо с мячом. Интересное продолжение. Ясно. Мяч идет дальше. У защиты проблема. И защитник получает мяч. Станкович. Многообещающая ситуация. Креск. Гол. Какая удача. Открыть счет на чужом поле. В перерыве, конечно, расслабиться не получится, потому что перевес в один мяч – это только полдела. Команда совершила прорыв. В итоге счет 1-0. Замбротта. Хави. Ну, сойдет. Очень слабый, очень бестолковый удар. Не сумел подстроить мяч под рабочую ногу. Ну вот и начало игры. Конечно, не самое удачное, но это только начало. Деко. Хорошая, правильная передача. В сложной ситуации футболка. Еще совсем чуть-чуть, несколько сантиметров, и штанга могла бы спасти вратаря от позора. Начертив передачами на газоне что-то замысловатое, команда забивает гол. Камьясо. Ибрагимович. Засуетился как-то футболист, подбирать ногу стал, может быть, но потерял равновесие и точный удар не получился. Я надеюсь, вы не собираетесь обвинять игрока в непрофессионализме. Посмотрите, сколько там было защитников. Он все-таки провел удар, и это уже достижение. Команда идет к штрафной. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. В атаку пошла вся команда. Креспо. Давай же! Блестящая реакция вратаря. Деко. А на Украине говорят чудовый пас. Это. Туда, в штрафную, поближе к воротам. Место. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Точный прицельный пас. Хорошая игра. Ибрагимович получает мяч. Это Роналдиньо. О, хороший пас. Стеной стоят защитники и вряд ли позволят атаке закончиться голом. Иньеста. Замечательная игра защиты. Четко и быстро. Тюрам. Деко. Правильно, надо брать на себя игру. Место. Тюрам с мячом. Лёг быстро возвращает мяч. И пошли. Креспо. Камьясо. Станкович. Это Вьера. Ну же, какой шанс? Мяч отлетает от удара.
Аватар вывел мяч. Деко. Роналдиньо с мячом. Это опасно. Мяч на фланге. Будет ли подача? Я думал, мяч уже окажется в сетке. Но, увы. Но один гол-то он уже забил. Чего ему стыдиться? Ну, что сделает Ибрагимович? Юаль. Это Тюрам. Я не уверен, что так было задумано, но получилось неплохо. Мяч будто сам находит партнера. Здорово, что разобрался в эпизоде и не стал свистеть в пользу провинившегося, однако команда не реализовала шанс. Ибрагимович. Станкович! Ну что будет, длинный пас? Деко. Фигу. Мяч перехвачен. Это. Партнеры должны помочь. Мяч в сетке. Отрыв в один мяч – это, конечно, приятный итог первого тайма, но ничего не определяющий. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Вертикальный пас вперед. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Амьясо. Санетти. Что будет делать Вейра? Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Удар в защитной груди принимает мяч. Такие передачи резко могут ускорить игру. Под жесткий прессинг защитников попал. Исход матча решится во втором тайме, а пока 2-1. Начинается второй тайм. Еще 45 минут мы будем наслаждаться этой игрой. Ибрагимович. Кордоба. Санетти. Хорошая позиция для удара. Вся команда в атаке. Пас в правильное направление. Мяч отобран защитником. Деко. Хави. Ворону не так-то просто поставить в тупик. Иньеста. Замбротта. Хороший пас. Это. Неужели это гол? Вратарь выбивает мяч вперед. Умный пас, умнющий. Это Фигу. Очень удачно выбрано направление. Мяч у защитника. Место. Да, похоже, у этого парня соперников сегодня нет. Мяч врезается. Отлично. Изысканно сыграно. Уверен, в результате подобно актеру, умеющему держать паузу. Бил у самых ворот наверняка. Игрок не только постоянно обостряет действия своей команды в атаке, он еще и сам завершает эти усилия. Два гола в матче. Блестяще. Я думаю, для вас очевидно, что голкипер смог взять этот мяч благодаря удачной позиции в воротах. Умница! Ну бей же, откуда ж тогда не бей? Угловой. Посмотрим, что они смогут извлечь из стандарта. Великолепный удар головой. Вейра получает мяч. Креспо. Это почти гол. Голкипер успевает подобрать мяч.
Роналдиньо с мячом. Это опасно. Великолепно. Нужно собраться. Мяч был почти в воротах. Ибрагимович. До миллиметра уровень подкат. Судья не остановил встречу. Месси. Следуют протесты. Заявление, что был фол. Но арбитр считает, что все чисто. Замбротта. Нарастает давление. Мяч уходит. Сейчас будут пробивать угловой. Навес. Вынесли мяч. Креспо. Камьяссо. Нападающий в прекрасной форме. Креспо. Ну бей же. Не смог он удержать мяч. Станкович. Камьяссо. Это реальный шанс изменить счет. Судья бежит вместе с событиями и, кажется, уже тянется за карточкой. Василий, по-моему, это желтая карточка. Да, так и есть. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Замбротта. Хави. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Голкипер сегодня, ну, просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Креспо. Прекрасный шанс забить гол. Мяч уходит за пределы поля от атакующей команды. Удар от ворот. Это... Роналдиньо. Сильнейший дальний удар. Мимо. Вы посмотрите, как он был уверен, что забьет этот гол. Особенно учитывая, что один мяч он уже отпраздновал. Это Вьера. Это Фигу. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Станкович. Великолепный бросок, и вратарь отбивает мяч. Такие дальние удары бывают очень опасны. Роналдиньо с мячом, это опасно. Это получает мяч. Все силы брошены на отражение этой атаки. Ибрагимович получает мяч. О да, этот парень может ход матча изменить. Игрок забивает гол. Посмотрите, посмотрите, как радуется команда. Этот гол был очень нужен. Более подходящего момента и не придумать. Они сокращают разрыв в счете, однако время практически на исходе. Роналдиньо. Нужен один точный удар. Ну что за медведь такой, своя. Эту ошибку стоит детально проанализировать. Смотрим повтор. Свои ворота. Да нет, ну понятно, что он не нарочно, но кому от этого легче? Замбротта. Месси. И еще 2 минуты мы будем наблюдать за этой игрой. Можно играть. Давай, не зевай. Не удержал. А как тут еще было играть в вратарю? Угловой, пусть сейчас себя покажет. Теперь должна последовать передача. Будет выполняться удар от ворот. Команда одержала волевую победу над своими соперниками. До начала сегодняшней трансляции все говорили о ничьей как о самом вероятном результате встречи. Команда преподнесла зрителям и фанатам прекрасный сюрприз.
Спасибо всем спортсменам. Спасибо Василию Соловьеву. Мне тоже, наверное, спасибо. Увидимся на следующем матче. До свидания.